Символ ромашка. Россия празднует День любви, семьи и верности. Идея праздника принадлежит нашему коллеге, журналисту из Наменска. В 2008 году Совет Федерации поддержал его идею, инициативу властей города Мурома, где обрели покой святые Петр и Феврония, чей супружеский союз считается образцом христианского брака. Петр и Феврония – покровители семьи и брака, вечной любви и супружеской верности. После смерти их трижды пытались похоронить отдельно, но на утро они оказывались в одном гробу. Семья – это есть образ соединения Христа с церковью. И апостол Павел говорит и дает нам прямо схему, какая семья должна быть. Чтобы как Христос возлюбил церковь, так и мужья возлюбили своих жен, предав себя за них. И так как э, церковь повинуется Христу, так и жены, чтобы повиновались своим мужьем. Когда праздник получил официальную поддержку для его популяризации, во многих городах России были поставлены памятники Петру и Февронии. По сложившейся ситуации молодоженов и семьи со стажем поздравляют не только друзья и родственники, но и высокопоставленные лица. Семья была и остается хранительницей духовных, национальных и культурных ценностей, основой преемственности поколений. Потому, говоря о развитии региона, страны, мы говорим и об укреплении института семьи, поддержке его на государственном уровне, как непременном условии дальнейшего развития и процветания территории. Молодожены считают, что брак, заключенный в этот день, сулит счастливую семейную жизнь. Однако в Наринмаре 8 июля не был заключен ни один семейный союз. Вероятно, потому что день Петра и Февронии приходится на Петров пост, а в это время браки не венчаются. Олег Танзейский, телеканал Север.